Здравствуйте! В эфире Архивариус. Продолжаем ностальгировать по недавним временам. А вспомнить мы решили весну 2014, несмотря на то, что лето уже наступило. Но нынешнее лето очень похоже на осень, как и уральские весны мало чем отличаются от предшествующей им зимы. Итак, весна 2014. Все как обычно, солнце светит, граждане улыбаются, настроение на этом фоне улучшается прямо на глазах. А вот и главная весенняя примета – ямочный ремонт. Сошедший со снегом асфальт испарился под яркими солнечными лучами. Время укладывать новый. Без снежных коллапсов у нас редкая весна обходится, что в этом году, что 5 лет назад. Аварийность на дорогах кошмарная. Затормозил тормозной путь, вон сами смотрите, 3 метра. Я как на лыжах. Только за один ненастный день весны 2014 на дорогах города, по данным ГИБДД, произошло аж 30 аварий и пострадало 2 человека. Хотя подобного рода природные коллизии для Урала скорее норма, чем исключение. И наши бравые синоптики всегда уверенно объясняют, почему и от чего все это произошло. И не поспоришь, наука. И, конечно же, весна – это когда яркое солнце до одурения плещется в лужах. О наших лужах следует поговорить особо. Легендарная улица Вайнера в апреле 2014-го вмиг превратилась в местное подобие Венеции. И взрослым на изумление, и детишкам на радость. Очень хорошо. Честно, конечно. А? Ну, по лужам же хорошо. Ну, смотри, видите, насквозь мокрый уже все. Это вообще кошмар. Наши люди легких путей не ищут и трудностей не боятся. И с ребенком, видите, вот мы идем под балконами. То есть на нас может упасть что-нибудь, я не знаю. Ну, очень опасно. И техника у нас сплошь к катаклизмам привычная, водоплавающая. Мне не нравится, а что делать? И коммунальные службы, кстати, в курсе всех проблем. Жители обращались по поводу этого уже. Как бы сейчас после этого начали как бы разговаривать с водоканалом, чтобы производили чистку. Так у нас по городу-то везде такое. Чкалова улица. Как только дождь пройдет, 10 минут дождя у нас по пояс машины. Это же везде, по всему городу. Проблема со всеми ливневками. Это же не только здесь, на этом доме. Но в конце концов, горячее солнце проблему луж с большим успехом решит. Рано или поздно. Но весна – это еще и время праздников, главный из которых – День Победы. Праздник, объединяющий нас всех, от мала до велика. День, когда, несмотря ни на какие капризы природы, мы отдаем долг памяти победителям в Великой войне. А еще май 2014-го – это рождение Первоуральского бессмертного полка. Вот как вспоминает об этом Олеся Глушкова, одна из создательниц и координатор нашего бессмертного полка. Началось все у нас в 2014 году. В то время я работала в городских вестях, была менеджером по продвижению, за что, собственно, потом еще и получала много разных там укорительных взглядов, что, ну вот, продвиженец, вот она и, собственно, и занимается этим вопросом. На самом деле, бессмертный полк, он пошел по линии средств массовой информации, потому что придумали его журналисты в Томске, это был 2012 год, да, и 9 мая 2012 года, именно в Томске там 6 тысяч горожан вышли с портретами своих предков. 2014 год, у нас вышло не сильно много, конечно, людей по сравнению с Томском, да, это было не 6 тысяч человек, это было порядка 150 человек, но все равно, несмотря на то, что мы вышли первый год, мы достаточно ощутимой колонной шли. Хотя 2014 год был для нас очень таким проблемным, потому что мы выходили первый раз, это было сложно, тяжело, с администрацией были очень такие напряженные отношения, тем более это была 69-я годовщина, и тогда решили проэкспериментировать и первый раз за долгие года, да, запретили вообще шествие. То есть как бы сказали, что все поедут на автобусах, что так быстрее, так вроде как бы людям удобней. А мы решили, ну как же так-то, мы традиционно всегда ходили, и ну как же мы можем вот так вот подвести и поехать на автобусах, для нас как-то это было неприемлемо. И мы пошли пешком по тротуарам, собственно, там были многие разные разговоры и перипетии не только с администрацией, но и с ОМВД, но вот по сравнению с тем, что было сейчас, тогда и что есть сейчас, как бы совершенно как бы другое отношение, другое понимание, другое количество людей, которые выходят и которые понимают, наверное, для чего они идут. Значит, официальная дата рождения Первоуральского полка – это… Это март 2014 года.
Организация акции «Бессмертный полк» – это кропотливая, упорная работа, требующая серьезного подхода. Здесь нельзя ошибаться ни в чем. Именно во многом благодаря энтузиазму организаторов наш полк состоялся. Это важно для всех нас, для наших детей, внуков, правнуков, сохранить память о цене, заплаченной за мир. И пока есть бессмертный полк, мы в одном строю с победителями.